Всем привет, мои дорогие! Я уже, наверное, раз в десятый перезаписываю вступление к этому видео. Я думаю, что из названия вы понимаете, что видео будет нетипичное для моего канала. Оно для меня крайне сложное, тяжелое в эмоциональном плане. Но мне, честно, это хочется просто освободить свою душу от того ада, в который меня и мою семью поместили два человека. Это мой родной брат, его жена, Рыбкин Роман, Рыбкина Дарьяна. Я думаю, что многие из вас видели ролики про меня, Екатерины Новик, которая якобы разоблачает блогеров. Сейчас вам расскажу все с самого начала, подробнее, поэтому саживайтесь поудобнее, кому интересно. Повторюсь, видео совершенно не характерно для моего канала. Мне придется поделиться с вами какой-то личной жизнью, нашими взаимоотношениями и так далее. Поэтому, кому не интересно, можете сразу включать видео. Ну вот, если вам интересно, можете смотреть дальше. Девочки, когда я сейчас начну рассказывать, сразу вам скажу, ставьте скорость там x2, чтобы просто побыстрее было. Просто побыстрее было все это просматривать, потому что, знаете, местами ком в горле, слезы. Я не хочу отнимать это ваше время, если кому-то интересно все это прослушать. Начнем с того, что всю эту грязь, все это заварили, как я вам и сказала, мой брат и его жена, Рыбкин Роман и Рыбкина Дарьяна. Честно, я не знаю, как у них распределены там роли, кто идейный вдохновитель, кто все это воплощает в жизнь. В общем, для меня это творческий союз единый, поэтому вот их семья, если даже я кого-то там выделяю, я не могу сказать, свечку не держала, я не знаю, кто это. Они признали тот факт, что да, информацию, в том числе ложь, клевету про меня, про моих детей, про моего мужа, написали они. Итак, давайте по порядку, я вам все буду рассказывать. Когда вот эта вот девушка Дарьяна появилась в нашей семье, в нашей жизни, признаюсь честно, она у нас вызвала настороженность. Это не имеет отношения к внешности, еще к чему-то. Но вы знаете, бывает, что вот какой-то интуиция, внутренний голос говорит, что что-то здесь не так. И, в общем-то, как вы поймете, этот внутренний голос, интуиция были правы. Но, в общем-то, у нас всегда были с Ромой нормальные, хорошие отношения. У меня, и у Лёши, ну и в принципе у нас в семье нормальные взаимоотношения друг с другом. Поэтому, когда Роман нам сказал, что он ее проверил, что это действительно достойнейший человек, знаете, дословно, что это лучший человек в его жизни, ну, естественно, как бы это выбор Романа, это взрослый человек. Мало ли что мы можем думать, нравится, не нравится, это ему жить. Поэтому мы, собственно говоря, свое мнение оставили при себе. И для того, чтобы, ну, познакомиться поближе, тем более у нас не такая большая разница в возрасте именно с Романом, мы пригласили в Санкт-Петербург поехать вместе с нами, провести время, ну и зато в такой неформальной обстановке, без родителей, немножко познакомиться. Я не буду вникать там в какие-то подробности, еще что-то. Тогда мы приняли с Лешей решение, что, безусловно, у нас будут вежливые отношения, потому что мы уважаем выбор брата. Ну, мало ли какие у нас там могут быть тараканы в голове. Но вместе с тем мы не ведем какие-то душевные беседы с этой девушкой, не открываем душу и как-то вот близко к себе не подпускаем. И я за это очень благодарна. Вот я не знаю, что это Божье провидение. Что? Потому что я очень открытый человек. Я легко доверяюсь людям, легко открываюсь. Здесь просто действительно Боженька уберег, что вот именно с ней вот у меня была дистанция. Слово сказать, мы, я не знаю, может быть, раз 10 вообще за все наше, за все это время, сколько, может быть, это года 3-4, наверное, года 3, мы с ней пересекались и как-то общались. Ну и что далее? Далее они повстречались, поженились, уехали. Вот, и уже когда они уехали на Кипр, это уже не секрет, так как эта информация предана огласке непосредственно этой мадам, вот, соответственно, я могу тоже это афишировать. Причины их переезда я комментировать не собираюсь, вот, думайте сами, как хотите.
Ой, честно, девочки, я вот это все сейчас говорю, вот это все перевариваю, у меня голова просто разрывается от какой-то усталости, вот от этого давления. Потому что, вы знаете, за все время, за это, мы никак не ответили с Лешей, ни ей, ни ему, мы не сделали ничего плохого, мы ни слова, ни полслова не сказали, ничего не написали, вообще ничего. И вот только оттуда, знаете, вот это вот все набрасывается, набрасывается, набрасывается. Ну вот я, к сожалению, тоже, знаете, не железный, как вот кто-то думает, что я такая, мне не свойственны чувства, эмоции. Нет, просто мой канал, он всегда был, и я говорила, что мне нравится снимать постановочные видео, вдохновляющие, красивые. Мне самой нравится смотреть такой контент. Не ссоры, дрязги, какие-то разборки, просто какую-то вот такую бытовуху, семейную жизнь, взаимоотношения мужа и жены, там, с детьми, не знаю, с родственниками, еще с кем-то. Поэтому я это никогда не выносила. Но вот, в общем-то, Дарьяна решила, что нет, будет по-другому. И поэтому та информация, которая у нее была, естественно, не от меня. Опять же, могу предполагать только, от кого еще у нее может быть информация, естественно, наверное, от моего брата, от ее супруга. И вот в какой-то момент, значит, Дарьяна решила, что... А что это вот Катька-то, да? А давай-ка я вот ей сломаю жизнь, я ей все испорчу. Я ей испорчу взаимоотношения с мужем, я испорчу их отношения с родителями. Я оболью грязью ее детей, я испорчу ее репутацию вот в таком медийном, да, пространстве на Ютубе. Ну, в общем-то, видимо, она собралась и написала. Есть такой форум, запрещенный на территории Российской Федерации, форум насекомых. Я вам буду, вы знаете, рассказывать все в хронологическом порядке, как это разворачивалось. Вот. Но на самом деле я узнавала это все, скажем так, опосля, потому что такими вещами я абсолютно там не интересуюсь. Итак, дорогие мои, в общем, в 20-х числах сентября Дарьяна пишет на форуме насекомых под ником Петрушка, дает, значит, информацию инсайдерскую обо мне, представляюсь при всем при том подругой девочки, которая училась со мной на одном потоке и которой всю информацию рассказывают родители мои. Представляете, вот так вот. И делится она там, значит, отношением моих родителей ко мне, к моему мужу, к моим детям. Что она пишет, это действительно правда. Но она посчитала, что она вправе, в общем-то, это выносить вот так вот на всеобщее обозрение. Ну что ж, теперь я прокомментирую. Она пишет, что мы с Лешей разводились, но вот, к сожалению, у нее нет точных данных, когда это было, вроде бы в институте, и вроде бы как вот Лиза, это вообще ребенок по залету. Ну вот я вам сейчас прокомментирую, дорогие мои. Значит, действительно, мы с Лешей разводились, поженились мы, нам было 19 лет, и вообще из-за глупой ссоры, в общем, мы ждали гостей, Леша там смотрел, в общем, там место сгорело, ссора абсолютно глупая, мы с ним развелись, ну что, вот просто дети, понимаете, и там через месяц, через два мы с ним сошлись. Ну и по новой расписались, конечно, было забавно повторно в ЗАГСе, ну мы уже просто вот в ЗАГС пришли, расписались, фамилии все то же самое, и относимся мы к этому не как к какому-то разводу, ну вот ссора по глупости, понимаете, в таком возрасте, в 19 лет, когда только поженились, вот, а Лизонька у нас родилась уже в 2014 году, значит, поженились мы с Лешей в 2010 году, это, к слову, так по залету, и мне уже тогда было 23 года, да, она родилась. Она родилась в июле, а вот в ноябре день рождения. Мне, ну, Лёша, соответственно, было 23 года, поэтому вот делайте выводы. Лиза имеет все равно и будет иметь дальше еще менее ограниченный доступ в интернет, вот это вот все как-то вот читать, узнавать. Ну, честно, я не понимаю, не представляю. Это просто такая грязь, это такой удар в спину вот от человека,
который вошел в твою семью, из-за которого тебе давали гарантии, что это самый лучший человек в жизни, как Роман писал, говорил нам в его жизни, он ее проверил, все. Знаете, вот семья на чем отличается? Внутри семьи могут быть абсолютно разные взаимоотношения. Вы можете ругаться, ссориться, ну, я не знаю, там, все может быть. Но вот к внешнему миру вы стоите спина спиной, понимаете? И вы уверены, что никто вам нож в спину не воткнет. Вот. А здесь получилось вот так. И знаете, я такую хочу сделать небольшую ремарочку. Вот эта девушка, она про себя рассказывала, что вот у нее такая тяжелая жизнь, тяжелая судьба, тяжелые отношения с родителями. И вот наша семья, вот так ей понравилась, вот она хотела бы тоже вот такую семью так влиться. Вы знаете, вот Бог, он человеку-то и дал шанс, ну вот войди в семью, пожалуйста. Но почему-то человек решил, что он сюда войдет с ножом за спиной, не знаю, с камнем за спиной. И вот даст мне по башке и займет мое место. Я думаю, что она, наверное, даже не поймет, что это был ее шанс и возможность. Но если ты вот, если тебе вот, я не знаю, дан такой характер, что это? Чем можно объяснить такие поступки, мне непонятно. Все равно происходит вот так вот. Все равно почему-то ты приходишь даже в хорошую семью с камнем за спиной. И далее вот... В тот момент беременная девушка, которая носит ребенка под сердцем, пишет, что ребенок-то у нас, Машенька, нежеланный, что Леша просто в бешенстве, что он хочет мальчика, что он недоволен тем, что у нас дочка снова. И вот это вот все. И я, мол, не знаю, что делать и как быть. Ну, кстати говоря, вот это вот именно высмеивала Екатерина Новик в своих видео. Тоже, да. Как бы, ну, что тут скажешь. Следующая вещь, которую я написала, что мой муж мне бесконечно изменяет. И именно поэтому мы забрали Лизоньку из школы, потому что у него там любовница. Вот так. Ну, в общем-то, и вот в таком духе поливается грязью моя семья. И что интересно, при всем при этом, то есть это вот мои родители все рассказывали, вот такие вот вещи. Я, честно, я не знаю, как можно сейчас оградить, защитить детей от подобной информации, потому что она уже есть в сети. И, ну, честно, вот как это ляжет на какую-то неокрепшую психику, понятно, сейчас вот они немножко подрастут, мы будем объяснять, что да, вот, ну, есть публичность, есть вот такие вот люди недоброжелательные. Ну, тем более, они и так видят, как папа ими занимается, они видят наши взаимоотношения. Это настолько, вы знаете, больно было читать. Мне-то понятно, что это ложь. Это было сделано для того, чтобы просто разбить нашу семью, испортить наши взаимоотношения. Кстати, она даже допускала такую мысль, ее кто-то там спрашивал, что написать подобное может только вот действительно обиженная женщина, любовница, еще что-то. Там даже гипотезу написали, что она та женщина, которой уходил мой муж, и я забеременела Машей, чтобы его удержать. На что она сказала, все возможно. Вот так. То есть, возможно, конечно, она на моего мужа медитирует, я не знаю. Вот. Что значит он безработный приживала, что он алкоголик. И, кстати, девочки, знаете, какая фотография была использована, в том числе и в видео Кати Новик, и там на форуме, чтобы подтвердить, что мой муж алкоголик, это фотография со свадьбы Дарьяны и Романа Рыбкина, куда, конечно же, мы были приглашены. И там, знаете, в общем, такое было, что... как выглядят гости на свадьбе, в начале свадьбы и в конце. Ну, мол, в начале все такие трезвые, да, а под конец уже такие веселые. И вот нас просили, в общем-то, поздравить молодоженок и показать. А, к слову сказать, мой муж в этот день даже не пил, потому что он был за рулем. Вот. И Дарьяна Рыбкина там как раз снимали видео, сделала, видимо, стоп-кадры, скриншоты, где он стоит за бокалом, их поздравляет. Вы представляете? Как вот такое можно ожидать? Вот ты просто на свадьбе поздравляешь людей, вот без какой-либо задней мысли. А это потом оказывается вот так вот, да, что про моего мужа пишут, что он алкоголик.
и предоставляет вот такие вот скриншоты. Было написано, что, девочки, я просто извиняюсь, мне, возможно, голос тихий, потому что вот это вот все, это вот настолько давит. Вот честно, знаете, вот невозможно не полной грудью вздохнуть, голова просто как чугунная. Вот знаете, вот лишь бы просто не расплакаться и вот ком в горле, чтобы сейчас вот не встал, иначе я просто не смогу вообще вам ничего рассказать. А хотелось бы. Хотелось бы, знаете, для того, чтобы уже просто не оставили вариантов. Никогда я не выносила. Для меня, понимаете, это табу. Не оставили вариантов защитить свою семью. Ну, к сожалению, только вот так вот. И моего покойного дедушку, что он там с совета все наворовал. Это тоже такая ложь. Мой дедушка трудяга. Сначала работал на заводе, а потом работал на овощной базе. Вот вы знаете, наверное, это отчасти моя ответственность и моя вина, что я не рассказывала вам ничего там, ни про родителей, ни про кого. Но это не мое желание было. Я с удовольствием бы поделилась с вами, потому что я горжусь своей семьей, горжусь своими родителями. Это было их желание. Это они не хотели вообще никак фигурировать здесь. Вообще никак. То есть ничего о них говорить нельзя было. Ну вот рассказала как бы сноха, да, кто она, поэтому вот теперь я даю свои комментарии. Всю жизнь проработал, болел раком, и вот на крещение мы его хоронили, а в ноябре он еще работал. С ужасными болями, потому что там уже метастазы пошли в кости. И вот это вот мадам почему-то думает, что у нее есть какое-то моральное право втаптывать человека в свою грязь. Она рассказывала про бабушку, куда она там ходит, пятерочку, куда с палочками, типа. Рассказала, кем работают мои родители. Ну, повторюсь, тут нет какого-то большого секрета. Кто-то там надумывал, что мой папа там ноженик, мой папа там депутат, мой папа еще что-то. Нет. Мои родители обычные трудяги. А, кстати, вот про дедушку, да, который все наворовал, там еще что-то. Не воровал. Знаете, он просто ребенок войны, у которого было очень много братьев, сестер. Я точно не помню, сколько их там было человек. И вот у него, как у мальчика, была ответственность за них, за всех, помочь ему устроиться в жизни, поддерживать. Поэтому все то, что имел мой дедушка, это было за счет того, что после работы идти разгружать вагоны, где-то там пытаться заработать, ну, в общем, не отказываться ни от какой работы, ходить в одном и том же пиджаке. Я очень извиняюсь, но мне это просто святой, чтобы помочь устроиться в жизни своим детям, внукам. Чтобы у них такого не было, понимаете? То есть отказывать себе во всем, чтобы твои дети, твои внуки не знали, что такое голод. Как он рассказывал, как они эти там крошечки провали. И приходит какая-то мадам и считает себя вправе судить и осуждать. Ну, возможно, мир перевернулся, и, возможно, теперь это считается чем-то зазорным. Но вот у нас такая семья, где все друг за другом. Где все переживают друг за друга. Естественно, как бы дедушка помогал и мне. Вот участок, на котором я тоже об этом рассказывала, мы строим дом, нам его подарил дедушка. Мой дедушка помогал родителям по возможности. Дедушкам, мамушкам. Значит, мои родители обычные трудяги.
У них есть небольшая компания своя, как она там и сказала, которая занимается теплыми полами. Мама работает бухгалтером, продавцом, помогает папе. Папа делает монтажи своими руками. Ему уже за 60. Он сам лазит по крышам везде. Все делает своими руками. Поэтому, не знаю, у меня не повернется язык назвать моих родителей, мою семью, как будто бы все с неба упало. До сих пор, я говорю, 60 с лишним лет, все зарабатывать своими ручками. Ну, конечно же, мои родители, так же, как и их родители, хотели помочь нам. Поэтому, когда мы с Лешей поженились студентами, нам дали базу, нам дали фундамент. Машина, квартира, помогли с ремонтом. Нам не нужно об этом было заботиться, переживать. Но дальше, вот что мы зарабатывали, в общем-то, то мы и имели. А, кстати, вот она еще, знаете, что сказала, что я ни дня не работала, работала у своих родителей только. Я думаю, кто смотрит меня давно, в запрещенной соцсети, я тогда спрашивала, как забрать свою трудовую у работодателя. Я делала загранпаспорт, там нужна была трудовая. Но вот, видимо, этот факт проворонила. Вот, ну вот опять, видите, опять вранье. И у родителей я работала, когда была беременна Лиза, ну вот я просто им помогала. Вот. Как раз, да, я вот носила Лизу с ноября. Ну, где-то вот так вот я работала, с ними вместе ездила на работу. Вот, я помогала маме и папе, ну, продлилось это совсем недолго, до этого я работала на работе на другой. Вот, продлилось это, там я работала по специальности, я логист по специальности, и вот дальше, там, в апреле я вышла в декрет, ну, какой декрет? Вот. Естественно, родителями не платили никакие ни декретные, ничего. Ну, просто перестала работать. И вы знаете, я, может быть, вставлю скриншоты, вот просто каждая строчка там пропитана такой ненавистью, такой злостью ко мне. Я не знаю, что я сделала человеку такое. А знаете, какое там оправдание своих поступков? Знаете, какое там? Что когда я была беременна Машей, ее обидела, что я не сказала, скрыла от нее, что я беременна, и что они узнали, ну, соответственно, с братом, о моей беременности вот из соцсетей, так же, как мои подписчики. Да, вот я действительно такой мнительный человек. Для меня беременность — это что-то, знаете, такое сакральное, святое. Кто-то может этим делиться там живот, УЗИ, все показывать. Я не такой человек. И я чувствовала, что с этой Дарьяной что-то не то. И поэтому я держала вот такую дистанцию, именно поэтому я никак не подпускала даже в таком моменте, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. И вот, как видите, сколько веревочки не вьется, все равно конец будет. Также она выложила персональные данные наши с мужем, моих родителей, номера телефонов. Она выложила геолокации, фотографии нашей недвижимости и так далее. Ну и, конечно же, такая тема – это вот этот дом. Сколько вопросов всегда поступало за этот дом, про этот дом. Сейчас это говорю с таким облегчением, потому что, ну, я сначала скажу, а потом уже поясню. Ну, конечно же, она сказала, что это дом родителей. Она сказала о том, что мы живем в этом доме с родителями. Когда я была беременна Лизаветой в 2014 году, мы сюда переехали, и родители здесь не жили. Ну, они строили этот дом, но они здесь не жили. Мы переехали из квартиры, чтобы можно было гулять, свежий воздух и так далее. На тот момент мой брат еще ходил в школу, поэтому родители жили вместе с ним в своей квартире, в городе. А мы были здесь с Лешей, с Лизой. Вот, ну и дальше Рома вырос. Родители тоже стали здесь жить. Мы стали жить вместе, помогать. Ну как вот родители уезжают с утра на работу. Там в 7 утра, да. И там с 6 до 7 приезжают сюда домой. И у меня настолько классные родители, что, в общем-то, абсолютно комфортно было жить и существовать вместе.
А главный вопрос, Катя, почему ты не сказала? На самом деле, я не считаю это чем-то зазорным. Это, наоборот, было бы очень круто и интересно, если бы моя мама или мой папа был бы в кадре. Если бы мы что-то вместе готовили, общались. То есть я не считаю, что это имеет хоть какую-то роль в популярности, в интересности тебя как личности. Потому что мой канал не об успешном успехе, понимаете? То есть я не продаю какую-то мечту или сказку, как стать богатым, как летать на частных джетах или еще что-то. То есть это не про мой контент. Почему же так произошло? И почему же много каких-то нелогизмов осталось за скобочками? Именно потому, что мои родители не публичные люди. Когда они меня всю дорогу поддерживали, они всегда мне помогали в моем желании снимать, развивать так же, как и мой муж. Ну, вот это было такое жесткое условие, что нет, нельзя, вот вообще никак. Я не знаю, там, не наша кровать, ничего вот нашего не должно было быть в кадре. Возможно, это было какое-то неправильное решение, но на тот момент у меня не было такого большого количества подписчиков, не было таких родственников, понимаете? Наверняка это было неправильно, и можно было бы как-то все это совместить и объяснить, но в любом случае я это объясняю сейчас вам. Ну, девчат, я не буду, наверное, зачитывать все то, что там было написано, все гадости, оскорбления про детей. Ну, это настолько мерзко, мне так хочется, честно, вот от этого отмыться. Просто бедные детки, как можно такое про них говорить, что они любимые, нежеланные, что у них родители просто какие, ну, пускай это остается на их совести. Так, ну и что, мои дорогие, дальше выходит видео Кати Новик, это, кажется, конец октября или начало ноября, ну я плюс-минус не скажу, и Дарьяна Рыбкина пишет мне сообщение, кстати, хочу показать вам, видите, сейчас все почищено, но благо мы умеем делать скриншоты, вот, смотрите, мои дорогие, сейчас вам скажу. Смотрите, что пишет Дарьяна, которая все вот эти вот гадости написала на форуме насекомых. Катя, можешь, пожалуйста, не трепаться в интернетах о семье, чтобы потом нас не находили и не вставляли наши фотографии в разоблачающих видео. В таком контексте, что мой муж мажор, все у него за родительские деньги, все дела. Это может увидеть кто угодно из нашего окружения. Я не буду давать оценочных суждений, но какое дно у этого человека, вы, я думаю, можете сделать выводы сами. Это ты привыкла к такому вниманию, вообще к публичности. Я от этого нахожусь в ужасе. Это неприятно. Это вообще, не знаю, для меня абсолютный шок. Я беременна, спешу напомнить, хотя, видимо, эта информация тебе безразлична. Я никогда в жизни не видела столько злющих, желчных людей. Просто какие-то бессердечные мрази, абсолютно бессовестные, неадекватные. Это все пишут, копают, снимают. Такие люди, куда притягивают за уши всех подряд. Этой Кате Новик по жизни заняться нечем. На работу бы пошла, а комментаторы – это вообще ужас. Вы понимаете, да, вот напишите вообще, как вот вы это считываете вообще в вашей жизни, вот есть что-то подобное? А вот что она пишет в комментариях у Кати Новик, это вот Дарьяна Рыбкина. Если кому-то непонятно, объясню популярно второй раз. Лично Кате за шиворот пихайте сколько угодно. Это она выбрала публичную жизнь для себя. Трусы свои выворачивает на всех интернетах. Куча блогеров-миллионников, о которых никто ничего не знает, снимает свои рецепты и снимает. Это не про Катю, но адекватность какая-то должна быть. Остальная часть не имеет отношения ни к Кате, ни к каналу. Понимаете, да, девочки? Особенно та часть, которая вообще живет на другом континенте. Мне здесь просто, девочки, вот слово, я уже скриншот делала это с видео Кати Новик, тут просто вот слово есть, приятно ли, ну я так понимаю, когда про твоего мужа в таких видео говорят, который ни в чем не виноват, и еще в контексте, что он весь такой типа мажор-программист. Хочу, кстати, девочки, заметить, что пока Дарьяна общается с моими родителями, они рукобожатны, поэтому она пишет о них в такой стилистике. А родители у Кати золотые люди. Как родители, они делали все, чтобы дети жили хорошо. Так, ну, в общем-то, вот это вот основное, да, что она тут пишет.
Многие, кстати, удивлялись тому, каким она матом девятиэтажным крыла всех комментариев. Ну, в общем-то, вот так. Девочки, вот хочу сказать, смотрите, вот на этом форуме насекомых как все устроено. Просто когда все вот это происходит, это конец октября-ноябрь, я вообще ни сном, ни духом про все то, что она написала, вот эта Дарьяна написала на форуме насекомых. И знаете, когда я посмотрела вот это видео, мне скидывали ссылки, вот просто какой надо быть дурой, вот как я, насколько нужно верить людям. Знаете, что я первое сказала Лёше? Я говорю, Лёша, вот, наверное, Роме так неприятно будет, что вот их фотографии выставили, что их взяли. Разве я могла подумать, что, в общем-то, это они все заварили? Так вот, девчата, видео выходит конец октября, начало ноября. Катя Новик, завсегдатай форума насекомых, именно, я так понимаю, оттуда она берет всю информацию. И у меня здесь, знаете, такие вопросики, это мои домыслы. Мои домыслы, сразу хочу сказать, свечку не держала, не знаю, но вы тоже делаете выводы. Все написано уже в этом, господи, девочки, в сентябре. Причем вот эта вот Петрушка, которая Дарьяна Рыбкина, она даже выставляла фотографии моего папы, я так понимаю, может быть, какие-то сертификаты из офиса, ну, в общем, подтвердить, что она говорит правду. Потом это, она это удалила. Я доподлинно не знаю, что там было, но вот что-то было. То есть все там поверили. Но Катя Новик в этом видео говорит, что мой папа это, как он, господи, таможенник, понимаете? То есть заведомо дает ложную информацию. Почему? Потому что родители, мои мысли такие, потому что мои родители еще рукопожатные с Дарьяной, понимаете? То есть там отношения не испорчены, потому что никто не входит в вот эти помойки, типа форума насекомых, никто ничего не знает. Так странно, да, то есть человек, Катя Новик, который снимает разоблачающее видео, снимает видео заведомо ложной информации, хотя там уже все написано. Что меня лично отталкивает на мысли, что Катя Новик состоит в каких-то отношениях с Дарьяной Рыбкиной, возможно, с Романом Рыбкиным, я не знаю. Возможно, это дружеские отношения, им нравится вот так вот людей полоскать. Возможно, это какие-то взаимовыгодные отношения, я, честно, не знаю. Ну вот, вот как-то так. Значит, что происходит дальше, когда мне подобно просто, вы знаете, в неуважительной форме пишет мадам, вот это вот, чтобы я там трусами в интернетах не махала. Я подошла к родителям и сказала, что, ну, допустим, у Лёши разговор будет короткий, и если мы все-таки хотим как-то, ну, я не знаю, какое-то лицо сохранить, я сказала родителям, пожалуйста, как-то, ну, немножко в чувство приведите девушку. Ну, значит, там попытались поговорить родители мои с ними. Сейчас вам расскажу тоже, как это было, девочки. Вы представляете, они звонят по видеосвязи, потому что они живут в другой стране. Садится Рома, Дарьяна перед ними, и Дарьяна, а я присутствую при этом. Просто стою за компьютером, и они говорят, мы... Да вы представляете, да на нас, да у нас знакомые это все увидели. Человек, который вообще все это написал и заварил. И вот так вот, понимаете, и такие сидят самодовольные. Это тоже, понимаете, где-то за гранью моего понимания. За гранью моего понимания. Потом она звонила моему папе, извинялась, плакала, говорила, что просто гормоны, вот. Мы же еще не знаем, что она написала на форуме насекомых, повторяю, что вот это вот сообщение ее ко мне, что чтобы я там всякие видео, всякие фото там не выставляла в интернетах и там языком своим мне это не писала. Вот за это она там плакала и ссылалась на гормоны, на беременность, еще на что-то. Вот. Ее простили, кстати говоря. Вот. Это отдельная тема для разговора, я не буду давать оценочные суждения там родителям, еще кому-то. И вот дальше, вот знаете, вот опять же, просто как боженька ввел. Вот если бы я увидела это сразу, если бы я это увидела сразу, они бы просто не показали, вот
всю свою сущность до конца, понимаете, оно где-то бы сверху закончилось, а все развивалось вот ровно так, как оно должно было развиваться. А еще знаете, что, девочки, интересное, я вам скажу, так как я не заходила на этот форум, и никаких подвижек-то не было, да, в общем-то, Дарьяна Рыбкина с Романом Рыбкиным не смогли, как это сказать-то, добиться своей цели, чтобы я все вот это вот почитала, чтобы отношения попортить. Я просто ищу, они же, там свиты, телефоны, номера наши, и мне, значит, какая-то девочка с форума пишет: ой, Катя, представляете, про вас на форуме, а причем номер не российский, она мне в WhatsApp пишет, про вас там вот номер выставили, какой ужас. Я Лёше говорю, вот девочки, вот, дорогие мои, девушку зовут причем Ксения, она из Турции. Вот, я уж не знаю, как трактовать, номер я закрою, мы хорошие, но, вот, смотрите, я вставлю скриншот, я просто вам сейчас показываю, значит, она пишет: Екатерина, добрый день, хочу вас предупредить, что на одном российском форуме, хотя это не российский форум, ваш телефон в открытом доступе принес какой-то из доброжелателей в кавычках, дает ссылку мне, ссылку дает, я такая думаю, ой, я в это говно, пардон, не полезу. И не полезла. И вот опять не сработала. Так, а когда она мне прислала, девочки? Сейчас мы посмотрим. 5 октября. Во, смотрите, 5 октября она мне прислала. Потом выходит заведомо ложное видео Кати Новик. Видимо, до меня так что хотели достучаться, я не понимаю. Опять же, мои догадки. И тут вот что-то меня, знаете, дернуло. Это уже был... Сейчас я вам скажу, мои дорогие. Это уже был... это было начало февраля. И, значит, в комментарии под видео я читаю. И это был скрин из вот этого форума насекомых. Вот, смотрите, тут пишет: бабки в их семье всегда водились. Катин дед работал каким-то начальником еще при советах. Вот и наскреб, и на участок, и много на что. Вот, по поводу образования Катюхи, она действительно училась на логиста в универе. Тра-та-та-та-та. Аж целый год в родительском бизнесе работала, работала с бедняжкой, это она меня высмеивает. Ну, говорю, вот просто человек, ну, не до конца знает, вот, ничего страшного. А сидел на шее родителей муженька. Так, ну, в общем, там появилась информация про то, что... про дедушку, про то, что моя бабушка с палочками ходит в городе, там, в Пятерочку. И я поняла, что, ну, это кто-то говорит. Я вообще поняла, кто это. Знаете, почему? Потому что вот в моей жизни нету ни врагов, ни доброжелателей. Я никому ничего плохого не сделала. Это единственный человек, которому я изначально, вы знаете, такая опаска была, это она. И вот просто вот меня повело на этот форум. Я стала читать, я даже не стала читать, я стала листать, вы понимаете? Ну, обсуждаю там, господи, что прыщу меня, оделась я как там, не знаю кто, еще что-то приготовила, какую-то свою очередную блевотину. Ну, господи, пускай пишет, мне вообще все равно. Я вот стала листать именно до этой информации и дошла. И вот 5 февраля я об этом узнала, вот это вот, кто все это написал. Понятно, что информацию в большей степени она получила, по моим предположениям, от моего брата, просто от кого еще, как бы никто с ней не общался особо, чтобы она что-то знала. Ну, не знаю, какими она путями там добывала сама, или это у них коллективное творчество. Ну, суть в том, что в конце февраля это было все адресовано моему драгоценному брату. Вот. Ну, как бы, мол, разбирайся, что для нас это очевидно, что это сделала твоя супруга. Вот. К слову сказать, мой брат не был удивлен, это, конечно, очень странно. Он сказал, что он и так до этого видел, но это не она. Ну, в итоге, в общем, все признали, что это она. Вот так. Февраль, мои дорогие, сейчас 29 июля. Сколько прошло времени, мой брат не позвонил, не извинился, вообще ничего не сделал. Вообще ничего. Но при этом сказал, что если бы так поступили в отношении него, то, в общем, тем бы людям не поздоровилось. И, понимаете, поток вот этого грязи, он продолжается. Теперь, значит, у меня тут угроза со стороны Кати Новик, что мне будет
Да, вот она там пишет, что она теперь меня просто вот размажет. Вот, ну, я решила поэтому, а чё? А чё, я выйду, лучше сама скажу людям честно все как есть. Как оно есть на самом деле. А, ну, девочки, мы перескакиваем. После того, как мои родители все сказали Роману, выходит следующее видео Кати Новик, март месяц. Тогда уже, значит, Дарьяна не в рукопожатных, соответственно, отношениях с моими родителями, потому что, ну, все, ну, куда уже, да? В общем-то, я думаю, вы понимаете, что этого человека никогда в жизни вот нашей не будет после всего того, что она написала, наделала. Так как родители же не рукопожатные, они уже, конечно же, не олигархи, не там какие-то бизнесмены, им все досталось от дедушки, стелят полы просто. Ну, про них тоже можно сказать, как про какую-то шелупонь ненужную, вот так вот. Интересно, конечно, что Катя Новик была осведомлена о том, что Дарьяна больше как бы не вхожа в нашу семью, что лично для меня еще раз указывает на те моменты, которые, как сказать, говорят о их каких-то связях. И еще знаете, что самое интересное? Ведь когда человек снимает видео, порассуждайте со мной, особенно такие вот разоблачающие, ему интересно что-то такое, эксклюзивчик, правильно, подтвердить все фотографиями, какую-то грязючку, да, раскопать, такой вот в заголовок поставить. А там было видео, опять же, такое ощущение, снято по чему-то сценарию, потому что смотреть это было просто невозможно, там только бесконечно про мои коробочки Фикспрайс и Икею, вот. И, в общем-то, не касалось момента нашего с Лешей развода в начале брака, потому что, ну, понятно, что об этом мог знать только, от кого могла узнать мадам Дарьяна это все. Ну и, соответственно, вот эта вот ложь про измены, про детей и так далее, там тоже это все было опущено. Ну и про бабушку ни слова не сказали. Потому что бабушка на тот момент тоже была рукопожатной, единственной еще. Вот, так что делайте выводы, девочки, про, опять же, скажу вам взаимоотношения Дарьяны и Кати Новик. В общем, как она снимает видео, насколько это все действительно вот так вот по-честному, как оно есть. Насколько она действительно разоблачитель. Вот. И совсем недавно мой брат и приехал сюда, в Россию. И, честно, я вот просто, вы знаете, все это время я бесконечно веду диалог с собой. За что? Почему? Как я могла смотреть другими глазами на своего брата, как я могла это не видеть. Ну, вот просто вы не представляете, сколько нервных клеток, сколько внутреннего диалога, сколько какого-то самоедства, еще чего-то, вот, и сколько сил, энергии вообще все это из меня выкачивало. И он приехал, но я не могла не посмотреть в его глаза. Ну, потому что это действительно это главный предатель моей жизни. И знаете, от чего было больно? Особенно не от того, что там было написано девочкой, которая... Мне на самом деле даже, наверное, где-то ее жалко. Я не представляю, как бы из чего должен состоять человек, чтобы вот это вот можно было вот так вот. Причем, я понимаю, там все мы можем с подружкой, там, ну, в какой-то обстановке это обсуждать. Даже ты могла это лично мне сказать. Но ты же решила пойти вот так, ты же решила вынести все это в публичное пространство. Ну, поэтому, девочки, я вот вынуждена защищаться таким уже образом. То есть для тебя это нормально было, так же, как и для моего брата нормально, что мои дети это могут увидеть, прочитать, что они желанные, нелюбимые, там, не знаю, по залету, что папа у них такой. Ну, это просто, вот, понимаете, осознание того, что для твоего родного брата, с которым ты росла, которым все было хорошо, это нормально. То есть вот даже, допустим, он не знал, узнал об этом в феврале, сейчас конец июля, сколько прошло времени, это все висело. О чем это говорит? Лично для меня говорит, что для него это нормально. Значит, ну, так можно с сестрой. Значит, так можно. А я не могла себе отказать в том, чтобы посмотреть человеку в глаза. Ну, посмотрела в глаза. Я не увидела ни сожалений, ни извинений, вообще ничего. Вот, вы знаете, я зашла к родителям на работу, он как сидел вот так вот, развалившись в кресле, и я стояла перед ним. Я со слезами в голосе,
дрожью в голосе просто говорила, что как, за что? Ну за что такой нож в спину? Как так вот мог родной человек? Вот? Он даже не встал, он даже не сказал извини, понимаете? Нет. Я смотрю, вот в человеке вообще ничего нету. Просто какое-то, вот, знаешь, самолюбование, самодовольство. Как у него все круто. Ему абсолютно все равно, на какую боль он причинил людям. Вот для меня порядочный человек. Все мы можем ошибаться, все мы можем оступаться. Но что отличает порядочного человека от непорядочного? Порядочный человек, он всегда извинится. Если он что-то сделал, он исправит. Не знаю, как вот уберет за своей женой, как минимум, вот эти вот видео, понимаете? Ну, может быть, я, конечно, неправильно думаю, но это вот мои такие мысли. И то, что это все так и находилось, и он приехал сюда, и это все висело. И вот он так вот самодовольно смотрел в мои глаза, это говорит о том, что ну, ему нормально. Когда он приехал, мои родители требовали с него, чтобы он убрал за своей женой, чтобы они удалили видео, которые, возможно, заказали, возможно, не заказали у Кати Новик. Ну, есть какая-то связь, я вам обозначала, но опять же не знаю. Рома стал кидать страйки. Вот удивительно, да? Почему не пойти через свою жену и как-то не договориться и не убрать? Видимо, она ему сказала, что ничего подобного убирать не будем, и он не может ей слово сказать. Я не знаю, почему он пошел такой дорогой. Он начал кидать Кате страйки, Кате Новик. Видео эти заблокировались в итоге. Ну, Катя Новик, это ее работа, она сейчас будет мстить, как угрожает мне. Вот, поэтому, девочки, я вам рассказала все сама. Еще такая тема, которая очень, знаете, тоже так вот волнует, люди тоже додумывают, волнует людей, тоже додумывает это отношение. Мои со свекровью и Лёша с его родителями. Что я хочу вам сказать, мои дорогие. Я не общаюсь со своей свекровью, со своим свекром. Не по своему желанию, не по своей инициативе. Я отношусь к ним с уважением. Меня так воспитали. Я уважаю старших, я уважаю взрослых людей. Я уважаю родителей своего мужа. Но вот как меня не касаются Лёшины отношения с его родителями, ровным счетом, они также не касаются и вас. Если у вас есть какие-то вопросы, у Лёши есть свой канал, вы можете там спрашивать про его родителей. Он посчитает нужным ответить, не посчитает, не ответит, не прокомментирует. Там нет никакой грязи, еще чего-то там, что люди хотят раскопать, там еще что-то. Нету ничего. Но я не считаю вправе и возможным рассказывать про отношения моего мужа и его родителей. Потому что я в их отношениях нахожусь за скобочками. То есть я в том супе вообще не варилась и не варюсь. И давать какие-то оценочные суждения, ну кто я такая вообще со стороны? И вы знаете, я вот такой позиции придерживаюсь, что и самое правильное, я думаю, находиться в отношениях ребенка и его родителей за скобками. Потому что, ну, кого бы ты ни поддерживал, в итоге ты будешь не прав и виноват. Поэтому вот чем ты абстрагирование от этой ситуации, тем, наверное, лучше и правильнее. Вот такая тема тоже, вот я вам ответила, думаю, вот, на этот вопрос. Посчитает нужным, там, Алексей, он, может, как-то вам прокомментирует, что-нибудь расскажет. Вот так, мои дорогие. Рассказала я вам все, как оно есть, делайте выводы. Вот я еще что, знаете, что хотела сказать? Что... вот самое интересное, девочки, самое интересное, это я забыла, ну что это такое? Значит, Дарьяна Рыбкина, до этого она была Дарьяна Романова. Мы о ней не знаем ничего, это тоже очень нас насторожило изначально. На свадьбе не было ее мамы. А мой брат, вот насколько я тогда знаю, он даже ни разу с ней не разговаривал по телефону. Мои родители не знают ее родителей. Она меняла свое имя и фамилию. Мы вообще не знаем ничего. Ну вот, есть же правило шести рукопожатий. Вдруг кто-то что-то знает. Вдруг кто-то нам что-то расскажет. Потому что ну, мы действительно вообще не понимаем, что это за человек, который на такое способен. Вообще, кто это? Почему человек меняет имя и фамилию? Очень странно, да?
Она, значит, я вам сейчас скажу, ну, вдруг кто-то там жил рядом, кто-то что-то знает. Раньше она была Коверзнева Дарья Алексеевна. Коверзневой Дарье Алексеевне, сейчас скажу, сколько лет, посчитаем. Ну, я не хочу какие-то персональные данные разглашать, там, типа, даты рождения, поэтому, девочки, минута паузы, я считаю. У меня потому что голова сейчас вообще не соображает. Так, Ей 25 лет, девочки, 25 лет, может быть, тот учился. Как она, кстати, о себе на форуме писала, мы-то вот конченые последние люди, как она нас там описывала с Лёшей, а она сама девочка из хорошей семьи, между прочим, училась в музыкальной школе, из которой ее забирал папа на хорошей машине. Вот. И Ромочка у нас тоже молодец, все сам добился. Вот. Ну, почему переехал? Ну, просто на работу позвали, вот так вот, так что вы там ничего не подумайте. Вот так вот, девочки, да, удивительно, такой информатор, который, значит, подруга моей, подруга, девочка, которая училась со мной на одном потоке, который знает мою бабушку, подруга девочки на моем потоке, которая, вот, судя по всему, останавливается на улице с моей бабушкой, разговаривает, и бабушка ей сразу все рассказывает про нашу семью. И вот эта девочка, она даже знает, вот представляете, как-то узнала и про вот эту Коверзневу Дарью, которая с Ростовской области, хутор какой у нее, Тарасовская, я не знаю, что это, хутор, станица, в общем, оттуда она, представляете, сразу нашла, вот. И насколько, знаете, вот я поражаюсь, люди, вот им дашь говнеца, и все, вот отключается вообще какое-то мышление, да, не возникает никаких вопросов. И этих, и тех, знаете, то же самое, знаете, видел Катя Новик. То есть, с одной стороны, говорят, что мои родители такие мажоры, там все купили, но при этом вот нам и готовят, и убирают. Она же еще, да, это вот Дарьяна Тарыпкина выложила планировку дома. Ну, в общем, все, понимаете, все выложила. Вплоть до того, где кто спит, вот так вот она все выложила. Так, а что еще-то? Что-то еще, девочки, было? Я вот пока вам рассказываю, вспоминается у меня. А вот пока вспомнила, знаете, я в телеграм-канале такой делилась своей душевной историей, воспоминаниями, как я любила вот ребенком ездить с родителями за грибами. Вот это вот ощущение мамы, папа там корзиночек собирает, резиновые сапожки. Вы знаете, писала, и прям слезы были. И вот представляете? Я выкладываю это в телеграм-канал, проходит какое-то время, они как раз прилетают с Кипра сюда к нам. Как вы думаете, куда эта девочка позвала моих родителей? Я думаю, все угадали, да? Вот, провести время позвала. Вот такое ощущение, как будто человек хочет украсть у тебя все. Маму, папу, занять твое место. Она, кстати, YouTube-канал пыталась снимать. Завести там пыталась снимать. Вот просто все. Любовницы мужа моего себя примеряет. Так, что, девочки, еще было? Ну, уже не вспомню. Я думаю, я вам очень много уже всего рассказала. Вот. В общем, девочки, не знаем мы, кто это такая, но Рома сказал, что проверял ее, и вот ручается лучший человек его жизни. Ну, вы знаете, когда-то я задавалась вопросом, ну как так? Вот мой брат, такой умничка. Такой вот, знаете, у нас никогда не было с ним конфликтов, проблем. Он вроде такой начитанный, образованный. Ну, не знаю, как вот мы думали, девочка к нему такая вот притянулась. А вот эта вся ситуация, когда мой брат считал, что это норма, пускай... кстати, девочки, кстати, мой брат крестный вот этих детей, которые залетные, которые нежеланные, вот представляете, вот так вот бывает. Так вот бывает, и тогда мне хотелось, конечно, в глаза посмотреть не только своему брату, но и крестному моих детей. Вот. Но как-то придется детям объяснять, почему у них такой крест. На тот момент, конечно, все было иначе. Все было иначе. Ну, так вот, девочки. Правильно мне, знаете, многие писали: Катя, вы живете в какой-то в мире розовых пони. Так вот он рухнул. К сожалению, самые близкие люди могут быть вот такими вот. Такими вот могут быть.
Фух, девочки, знаете, как на исповеди, просто как на исповеди. Все эти вопросы, внутренние разговоры, я вот просто вот так вот к вам с открытой душой, с открытым сердцем. Понимаю, что будут люди, которые будут в эту душу плевать, ну ничего, что не убивает, то делает нас сильнее. Я верю, что все равно добрых людей гораздо больше. Вот, что все как-то я это переживу, перешагну и пойду дальше. Вообще, знаете, я хотела сказать, что вот Лёше во всей этой ситуации тоже было очень тяжело, потому что, естественно, ему как мужчине хотелось отстоять честь и достоинство семьи, жены, детей. Ой, чего мне стоило удержать его, знаете, того, чтобы он взял билет и полетел на Кипр. Ну, потому что все равно, знаете, как-то эмоции потом откатывает, понимаешь, что это дело не решит. Это дело не решит вообще никак. Вот. Поэтому я решила выйти, девочки, к вам. В общем-то. Знаете, что хочу еще сказать, что мой брат повел со своей женой, погрузил в эту тьму, во все вот это. Не только меня, родитель. Вы не представляете, насколько им тяжело. Вы не представляете, сколько моя мама выплакала слез. Сколько бессонных ночей у моего папы, сколько разговоров, просто в какую ситуацию они их поставили. Мы с Лёшей, естественно, мы не ставили никакой выбор, выбирайте нас или их там, или не общайтесь. Нет, нет, такого не было. Мы просто всю дорогу пытались, в общем-то, дать им почувствовать, что они любимые, что у них есть семья. На самом деле очень просто очень больно еще из-за них, и когда ты видишь их страдания, это накладывается на твои. Это очень тяжело, когда это еще твой брат, и, знаете, какой-то замкнутый круг. Да, представляете, вот это один твой ребенок делает вот такой вот против твоего ребенка. Кажется, никому не пожелаешь, никакому родителю. Поэтому, Роман, если после этого видео у тебя есть какие-то вопросы, претензии, потому что сейчас ты сядешь на тот стул, который мы готовили нам. Здесь какие-то вопросы. И я тебя очень прошу, отстань от родителей, не трогай их. Если есть какие-то вопросы, звони моему мужу, у тебя есть телефон. Они просто не выдержат. Просто найдут, просто взяли, отравили всю жизнь. Но я верю, вот я верю. Как Господь, знаете, помогал всю вот эту дорогу. Когда нужно, подсвечивал, когда нужно, берегал, защищал. Я очень верю, что Господь управит эту ситуацию. И как-то все это закончится. Вот. А себе я хочу, знаете, что пожелать? Я хочу вот этим видео закрыть эту главу. Я не хочу в себе копить злость, обиду, какую-то ненависть, потому что это все разрушает, будет разрушать в первую очередь меня. Мне так, знаете, воспитали, всегда пытаясь понять в первую очередь другого человека, встать на его место, попытаться понять, почему так произошло, почему так сделала. Я просто для себя поняла, что, наверное, Катя, вот можно подставить раз щеку, два щеку, но дальше это уже твоя ответственность, твоя глупость. Да, людям нужно давать шансы, нужно прощать. Я прощу, но я никогда не приму. Я не знаю, мне кажется, просто такого невозможно принять. Невозможно. Всегда, наверное, есть выбор, всегда есть возможность остаться человеком. Всегда. Если в тебе есть что-то вот это человечное.
Ладно, дорогие мои, я буду свое видео заканчивать. Наверное, оно получилось супер сумбурное, супер длинное. Смотрите его на ускоренном режиме, там скорость 2 ставьте, чтобы полегче было смотреть. Я не хочу никого склонять на чью-то сторону. Каждый делает вывод сам. Кто-то скажет, что я плохой человек. Пожалуйста, просто отпишитесь от моего канала и все. Если вы со мной не согласны, если вы считаете, что так и надо, пожалуйста, просто подпишитесь с моего канала. Вот, и все. Знаете, Дарьяна думала, что самое, наверное, больное будет это вот не писать какие-то гадости, оболгать. Но нет. Самое больное — это реакция твоих близких людей, в частности, брата. И боль, и боль, и не знаю, что делать, твоих родителей. Вот так вот. Ну все, дорогие, буду я заканчивать. Всех вас обнимаю. Я надеюсь, что мне полегчает после этого видео. Я просто закрою эту главу. Все.